Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня решила посеять с кипятком различные культуры. Это будет у меня базилик, огурец Аннушка F1 и астра Леди Коралл. Хотела цветы, овощи и пряные растения посеять и проверить, насколько хорош и для чего больше всего подходит этот способ проращивание, способ посева. Чайник у меня закипел. Наливаю в маленький чайничек. Я измерила температуру. Приблизительно 67 градусов, 70-80 получается. Такой вот водой я проливаю землю в контейнерах. Тем самым земля обеззараживается, пропаривается, прогревается. И когда мы высеваем семена, то надеюсь, что и семена тоже обеззаразятся и прогреются. Тут же сею семена базилика. Так, немножко приминаю к земле, потому что семена темные, не видно, где они есть. Так рассеяла их по всей поверхности. Закрыл крышкой. Огурцы аккуратно раскладываю. Вот три семечка. Точно так же их утапливаю. Земля влажная, теплая. Топливаю их во влажную землю, горячую. И закрываю крышкой. И сею астра. Если астра прорастет, будут заметны корешки, то потом я землю подсыплю сверху обычный грунт. То же самое сделаю с другими семенами. Прошло 2 дня. Сегодня 30 марта. И я не удержалась, записала пораньше. Понимаю, что 2 дня еще это рано, но уже есть результаты. То есть базилик лучше всего после посева кипятком проявился. То есть на второй день появились уже маленькие петельки корешков. Вот. И огурец тоже меня порадовал. Вот один прям выскочил, выстрелил самый первый. Вот. Насчет астры пока тишина. Не знаю, у меня всегда проблемы с семенами астры. Но прошло всего 2 дня. Астра, она, похоже, такая туговсхожая, поэтому я решил подождать еще немножко. Больше всего понравился именно базилик. Присыплю сверху кокосовым субстратом. Вот эти вот контейнеры, где появились корешки, я уже закрывать не буду. Подставлю под лампу, пусть растут. А этот пока присыплю точно так же, но поставлю в теплое место и подожду. Мне интересно, через сколько дней взойдет астра. Если вам тоже интересно, то давайте вместе наблюдать за посевом в кипяток.